Веселуха пошла, они поняли, что можно дружить. А Зевс говорит, господи, зачем мне их столько? Слушай, он реально не хочет баб. Ему одному скучно, но он хочет, мама, я к тебе. Мам, конечно. Сынок, ты будешь их любить, я тебе обещаю. Ты их полюбишь. Они будут о тебе заботиться, они же женщины. Смотри, сколько много жен. Одна стирает, одна кушать готовит. Да, другая любит. Да-да-да. Ну, а кто же? Я же мать. Да, малыши. Почти подарок на день рождения. Ну да. Вчера мне не было просто времени этим заниматься. Но наконец-то это случилось. Господи, как хорошо. Мама, мама, не жалуйся, сынок. Не жалуйся, все хорошо. Мама, забери меня к себе в комнату. Мама, роди меня обратно, да?